День России. Смотри, не урони в канализацию. 12 июня. Я Воробьевский. А там не видно, как будешь? У тебя опыт. Это как доставать надо. Должно быть основание. Так точно. Кто основание проводит? Там этикет. Почему-то 31-я статья Конституции почему-то совсем не проявляется. А наши на митинги, демонстрации. А вот Конституция, понимаете, у вас выслушали. А то власть поведет. Я представил. Данные действия. А ты наш этикет? Будь любезен, со мной. Потом заплатим. Я доставлю мне вас. Я доставлю административным материалом. Согласно нарушению вашего. То есть вы сами не пойдете. Еще раз повторяю, будьте любезны, признайте данные. Вот какого делает этот человек? Зайдите, пожалуйста, не надо так ходить. Ну, не что я вас? Вам, не стыдно, вам. Сегодня свободу. День Российской Федерации. Убивать свободу вам. Государственный праздник. И такой позор творится. Добровольно, не поймете. Не пойдете. Он находится, это гайд-парк. Здесь не надо согласовывать. Да не надо одиночный пикет вообще согласовывать. Вы ему, кстати, статью назвали, товарищ полицейский. Вам самому не стыдно? Вам не стыдно людей? Вот понимаете, какую вы нашли преступника? Для доставления вас в РУВД. А для чего доставление РУВД? Для чего? Еще раз повторяю, вы отрицаете? Ну как вам не стыдно? Как вам не стыдно, господа? Отпусти! Отпусти! Позор! Мусора, позор России! Вы выбираете свободу! Позор вам! Иногда сдать нормативы. Тут какой-то еще подозрительный вот этот молодой человек, вот это мы не знаем, кто это такой, вот ходит в этой полосатой футпроверке. Вот да сотрудник человека. Полиции. Тихарь, кто он? Как его еще назвать? Как вас зовут? Еще расскажите, пока вас еще не посадили. ВВД инфо, что сообщить? Роман Абрамов. Вам адвокат нужен, Максим? Да нет. А в какой РУВД его забирают, скажите? Центральное в какой еще? Позор, позор, полиция, позор. Не стыдно вам, товарищ старший лейтенант? Что вы делаете? Какому режиму служите? Что вы видите, что здесь вот все люди ходят? Вот, зайдите в пентяк и пролетарий.